Добрый день всем! Привет с Харькова! Сегодня у нас солнечная погода. Хотим немножечко пройтись и зайти посмотреть наш парк. Давно там не были. Кто с нами? Приглашаю. Вот сколько? Еще недельки две все расцветет или больше надо? Больше месяц. Если солнышко и тепло. Еще, в принципе, как бы могут обещать и возвраты каких-то какой-то прохлады. Может, уже той зимней такой уже отчаянной не будет. Не, ну понятно, март. Да. Это еще не весна. Да. Поскольку февраль был достаточно теплым. Может где-то выскочить в марте. Так, халтёж. Где они халтят? А, вон сорока. Да. Не будем ее снимать. Она занята своим делом. Ты говорил, что сорок стало меньше. Я тебе сказала, сорок стало меньше. В начале войны людей не было. Сорок было. Видимо, невидимо. Голубей не видно было, сороки были. Сейчас уже их поменьше, как и обычно. Вот наш любимый парк. Так, дороги пустые. Фискоструйки надо помыть. Чеп-чевун. Это красоты. Это сказка. Это изумрудный город. Да. Ну что, были эти самые, были ночью, вечером. Прилеты, кошмарили. Настало утро. Немножечко очухались, да? Вот, ну есть люди в парке. Так, это еще снег даже лежит, да? Снежок лежит. Тут тенечек кидать. Лежит снег. Сколько лет у нас парк стоит нерабочий. Начиная с... Локдаун. Да. Болячки. 23-й, 20. Четвертый год, да? А? Четвертый год получается. Да. Думаю, это с 20-го года, наверное. Так, это отбой или? Середина. Отбой. Или нет? Самолетик видел это наверху. Да, где-то. Самолетик наверху. Я его не помню, что ты слышишь. Здесь так любили дети, взрослые кататься на этих самолетиках. Каждый раз что-то новенькое, да? Да. Ну смотри, отремонтировали наш вот этот. Видишь, какой стало. Отремонтировали. И плиточка новенькая стала. Починили. Кто-то разрушает, кто-то чинит. Пойму, что опять или это отбой еще. Мне как-то говорили, Харьков сирена, а люди спокойно идут, не убегают, не прячутся. Потому что сирены сколько раз на сутки? Не знаю, постоянно. Слава Богу, бывает, только отменили, через 3 минуты снова сирена.
то слава Богу, что люди не напугались. Вот, и если каждый раз прятаться, поначалу мы прятались, каждый раз прятаться, то мы только будем в подвалах сидеть. Выпить, закусить? Пойдем? Нет. Нет, не хочу. Потеплело солнышко, выглянуло выходной день. Люди вышли в парк. Сейчас мы немножечко пройдемся. Даже на лавочках сидят люди. Ну, сидеть на лавочках прохладно еще. С детками пришли. Не все сбежали с Харькова. Куда мы пойдем? С области. Я думаю, с области много. Во-первых, много переселенцев. Да, очень области, много людей. Просто даже обстреливают районы. Тут же Купянск. Там живого места не осталось. И люди там еще остаются. Просто принудительно, особенно с детками, принудительно вывозят, чтобы хотя бы деток спасать. Взрослые хотят в подвале, кажется, жить. Это их выбор. Но детей надо спасать. В Харькове более спокойно. Всякое. Тоже есть прилеты и все, но все-таки более спокойно. Поэтому очень много, конечно, с пригорода в Харькове. Вот, и город, может быть, даже за счет этого оживает, да? Да. Очень высоко. Короче, где-то чуть ли не полмиллиона придется. 400 тысяч. Когда это откроется, ребенок спрашивает. Это надо спрашивать кого-то другого. Когда мир наступит, тогда и парк оживет. Так, ладно, тут у нас... Кафе, наверное, открылось, да, на велосипедах, когда люди в кафе. Вот сейчас посмотрим, что там предлагают. Вот, чай, кофе, горячий латте и какие-то пироженки. Ну, мы заходить не обещаете.